С вами Сева ТВ. Сегодня у нас хорошая погода. И сегодня у нас такие вот вкусняшки. Это сухпай с буэнных сыр Украины. Ну что, посмотрим, что там внутри. Снеданок. Солнце какое-то нехорошо светит, не могу найти место. Так, да, наверное. Так, снеданочек. Сейчас снеданком мы сегодня и займемся. Так, получается, он в таких вот 3 таких пакетика. Начнем здесь снеданка. Так, что у нас снеданок? Галеты, каша рисовая. Сейчас надо будет кого попить. Я тоже с ночи тут стою. Я чуть-чуть начинаю уставать. Ну что, распечатываем дальше. Визит. Пощет починковый. Называется визит. Визит, наверное, к этому. К врачу. О, каша перловая. Ее мы и покушаем. Так, там еще галеты остались. Кофе и чай. То есть, в принципе, все. Цаха. О, серветка едака. Есть вот такое приспособление. Да, разогрева консерв. Ну, не только консерв для разогрева. Всего чего можно. Тут находится спирт сухой. И так вот она открывается в двух положениях. То есть для маленьких вещей. Для... Мы сейчас пока поставим так чуть поменьше, чтобы разогреть консерв. Завтрак. Вот так оно. Работаем дальше. Вот так оно выглядит. Плюс. Ставим на костер, чтобы она разогрелась. Мы давно собрались и ждем тебя. Все, ждем. Вот такой вот сухой спирт. Там было чуть-чуть, его не хватило. Я сейчас добавлю. Ну, в принципе, кашка съедобная. Вот так вот это все выглядит. Не аппетитно. Но после суток без еды идет вообще великолепно. Все, всем спасибо. Ставим лайки, не забываем подписываться на мой канал. Не смог не удержаться, чтобы не прокомментировать эти вот галетные печеньки. Съел одну штучку, это вообще жесть. Сейчас у меня где-то в горле камнем стоит. Реально они нужны, наверное, для того, чтобы туда, в мою горелку, их вместо сухого спирта бросать. И, ну, это если у вас нет дров под руками, то, в принципе, с помощью галетных печенек можно разогреть еду. Есть, я бы не рекомендовал. Все, давайте. Что-то кашка и одним галетным печеньем не наелся. Я решил рискнуть съесть еще паштет. Ну, с Богом. Так, паштет тоже вкусный. Очень вкусный. Так что я не могу его порекомендовать. Есть и все такое. Я его не доем. Я так понимаю, что дальше рисковать и тестировать я не буду. Мне хватило завтрака. Сейчас еще попробую кофе сделать. Обед и в чае. Ну, их я уже, наверное, не буду распаковывать.
Мой желудок этого не выдержит. Как-нибудь в следующий раз. Все, всем спасибо. Ставим лайки, не забываем подписываться на мой канал.